Здравствуйте, сегодня я вам покажу бюстгальтер Триумфсток. В основном, как вы можете видеть, на полость мешка это черное и бежевое. Но есть еще немножечко цветных. Без косточек, мягкие, с поролоном. В основном все модельки с поролоном. Тоже мягкие, без поролона. Также мягкие, без поролона. Ой, без косточки, простите. Это с косточкой, с поролоном. Также с косточкой, с поролоном. В основном все модельки кружевные, но есть и очень много гладких. Эти без поролона, но с косточкой. Очень мягкие, без косточки. Очень интересная моделька. Это мягкие, без косточки. В основном размеры это А и Б. Есть парочка S-ки. Через верх, это очень необычно. Застегивается впереди. В этих моделях есть косточки вот этих. В данной модели нету. Также нету. Они очень мягкие. Это практически одна модель. И вот это. На тоненьких таких полосочках. Это мягкие, без косточек. Кедочкой. Такая же модель, как телесная. Есть точно такой же красный, кстати. Это мягкий. Также мягкий, без косточков. Все остальные с косточками и с поролоном. У этих тоже поролон, но он довольно мягкий. Очень красивая моделька в разных, в двух цветах. Также мягкий, у него тоненький поролон.